Привет, приветулечки всем, приветули. Вот они наши житейские будни. Во, вот он, друг наш, охранник. Пес наш Филипп, вот косточки ему принесла. Куриные, на, иди. Вот, косточки берет. Вот так вот. Утро начинается в колхозе. Дрова рубим. Вот, рам навозили. Из детского садика парники будем делать, курятники делать. Чего, Леся? Чего такой? Замерзла, иди домой. Чего такой? Ну, чего такой? Замерзла, иди домой. Иди домой. Чего ты кричишь? А? Скажи привет, подписчики, привет, скажи вам, привет. Вот сейчас подметаем все, потом курятник чистить надо идти. Вот так вот жизнь пенсионная. Снега у нас, во, выше крыши. До крыши чуть ли не сарай докидали. Куда будем вывозить его? Ну, уже весна, наверное, скоро. Птички поют. Так хорошо на улице просто. Просто прелесть. О, здесь вот яблоня у нас Антоновка. Мы под ней все время. Вот они мои. Вот они мои красавцы вышли. Вышли снежку погулять немного. Воздуху, солнышку набраться немножко. А то он все стали... Зачуханные за эту зиму сидят и сидят там. Вот сколько у нас снега. Вот, чуть ли мне не по плечам. Да по плечам, если вот так вот приложиться, то по плечам как раз будет снега. Все в снегу, не знаю, куда это все потечет. Вода эта. Вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Ну, всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Очень вас прошу.